Участие в фестивале приняли 12 творческих коллективов из дошкольных учреждений, школ и центров дополнительного образования. Основная задача мероприятия – воспитание уважения к разным народам, ведь на территории нашего города проживают более сотни национальностей. Театральные постановки, которые демонстрируют на фестивале воспитанники образовательных учреждений, проходят с использованием этнических языков. Юные артисты читают отрывки или полные произведения литературы на грузинском, армянском, адыгейском, татарском или других родных для них языках. У нас бывают участники, которые не являются представителями этих национальностей, но испытывая интерес к культуре этих народов, да, как-то пытаются освоить этот язык хотя бы для того, чтобы выступить в определенной роли, выучить роль, ну и знакомиться таким образом и с произведениями культуры этих народов. Так, например, в этом году воспитанники 120-го детского сада показали сценку на татарском языке. Они представили сказку Габдуллы Тукая о лесном духе Шурале. Кстати, дошкольники в этом фестивале участвуют только третий год и довольно успешно. За актерской игрой и качеством исполнения постановок следят жюри, в составе которого представители национальных общественных организаций и культурных центров. Они присуждают лучшим юным актерам номинации в соответствии с возрастной категорией. Ну а победителями в этом году стали творческие коллективы Центра дополнительного образования «Ступени», 44-й школы и 109-го детского сада. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.